Детский сад номер 83 в Хосте – единственный в Сочи, который имеет статус казачьего. Первый раз церемонию посвящения в казачата здесь провели в 2010-м. Обычно в группу набирают около 40 детей. В этом году желающих оказалось в два раза больше. Сегодня великолепное мероприятие в нашем пока единственном казачьем детском саде, который, как, кстати, стал первым детским садиком казачьей направленности в Краснодарском крае. Прием в казачата. Уже сложилась такая замечательная традиция, что подготовительная группа, естественно, по желанию родителей, становится казачьей. Никакого давления, никакого уговаривания, там, уговоров. То есть только заявление, желание родителей. Родители все хотят, дети с удовольствием бегут в детский сад, с удовольствием занимаются, изучают историю края, традиции, приобщаются к культуре края. Патриотическое воспитание у нас благодаря этому на очень высоком уровне. Ребята, которых посвятили в казачата, получили свидетельство из рук атамана Хостинского казачьего общества. Всего же в Сочи в детских садах, в казачьих группах занимается около 700 ребят. С культурой и историей казачества дети знакомятся и в школе. Казачьих классов в городе 69. Там учатся почти 1800 детей. Еще более 2000 человек посещают специальные казачьи группы. Пока в Сочи только одна школа казачьей направленности, 10-я на Донской. Такой же статус скоро могут получить еще две школы – 81-я в Волковке и 78-я в Головинке.